Hello, ребятишки, как у вас сегодня делишки? С вами Алекс на канале Санфор, и я решил посмотреть, давал запрос на тестирование игры, называется Everyday We Fight. Каждый день мы сражаемся, боремся, типа того. Это стратегия, экшен, пошаговая тактика, научная фантастика, инди-игра, бой для одного игрока. Есть сетевой кооператив, когда выйдет, еще неизвестно, нету даты. Разработчики — это Signal Space Lab, и также издатели тоже, они же. Ну, в общем, давайте посмотрим, что за игра. Как я и говорил, вы также можете подать запрос на Steam, игра там существует. Можете в любое время подать запрос, и, возможно, вам дадут допуск тоже поиграть в эту игру. Ладненько. Кстати, она не поддерживает русский язык, только английский. Ну, будем смотреть. Так, нужно найти и уничтожить Harvester. Harvester — это тот, кто выкапывает какие-то ископаемые. Start Mission. Поиграем, посмотрим. Пока игра будет загружаться, зачитаю плюс-минус, что она из себя представляет. Это пошаговый тактический шутер в жанре roguelite, в котором рассказывается об обычных людях, ставших борцами за свободу, которые вынуждены защищать свой мир от превосходящих инопланетных рас. Оказавшись в петле времени, исследуйте город, чтобы усилить отряд и узнать, кем они были до начала вторжения. Ну, вот такое вот краткое предисловие. That's it. The old Ragosa Hotel. Looks like the Cognos are using it for local headquarters. You serious, Leo? What we need is in there? Afraid so, Dylan. You seeing the same number of assholes as I am? We can't just stroll in and ask for a room. Vivian, thoughts? There's a bus depot not far from here. Might have something we can use. Worth a look. Keep your eyes open. There's likely more Cognos around. Best be prepared. Grab what you can as we go. Итак, короче, ребят, я решил не тянуть кота за хвост. Сделаю быстренький обзор, покажу, какие тут особенности этой игры. То, чего нету в других. А в других я имею в виду такие похожие игры, как XCOM, всеми известная, да? Если брать XCOM, то я очень-очень был разочарован второй частью. В первую я играл и проходил и не один раз ее, мне нравилось. И единственное, что мне очень-очень мешало в первой, это вот это вот прицеливание, да, когда ты стоишь клетка рядом с противником, он прям притык к нему. Ты стреляешь в него, и он такой: а, ты промазал. Я надеялся, что во второй это исправится. Ну, все-таки столько лет прошло. На ошибках как бы учатся. И когда я включил вторую, я был очень-очень разочарован. И когда это произошло снова и снова, я со психу выключил игру и больше в нее не возвращался. Да, обидно, игра хорошая, ни черта нового не сделали, не поменяли. Ну, короче, мы возвращаемся к этой игре. Что здесь такого особенного в этой игре, что мне именно понравилось в управлении? Это то, чего нету в других похожих, как я уже говорил, да? Это, во-первых, можно управлять с кнопочкой AWSD, как в шутерах, да? Бегаете с этими кнопочками, тут тоже это можно. Камера вертится Q и вправо-влево. Мышка, колесик — это выше, ниже, это понятно. И как видите, здесь есть от первого лица. От первого лица можно производить стрельбу, что очень приятно и хорошо. И это же нам позволяет стрелять в части тела. То, чего не было. То, чего очень-очень я ждал.
И наконец-таки это пришло. Вот здесь, в этой игре, можно метиться в голову, можно метиться в руку, в ногу, в туловище, куда угодно. В зависимости от куда вы метитесь, столько будет урона. Тем самым есть противники тут, которые в броне. Если вы метитесь все время в одно и то же место, сначала вы сносите этот кусок брони, чтобы потом легче было убить противника. Вместо брони будет открытое место, куда ваши пули будут долетать и быстрее убивать противника. Отлично! Вот это вот самая главная, по мне, так фишка в этой игре. Ну, в принципе, я включу процесс игры, как я играл. И если вам хочется просто понаблюдать, как все происходит, то пожалуйста. Но я самые главные фишки игры уже рассказал. Так что, пожалуйста, кому интересно, смотрите. Так, хилка. Лучше вот так смотреть. О! Кошка. Кошка? Кошка? Да. Пошли, пошли, пошли. Так, что у нас тут? Да, смотрите, люди как будто окаменели просто. Hang on. There's a harvester here. Son of a. The Cognos are extracting Elixium in the middle of the city now. Viv. There a way around this? Maybe. But we gonna let this operation go unpunished? Not a chance. Very well. The depot can wait. Let's clear out these Cognos and destroy that thing. Their harvesters are well armored. Then we find vantage points where we can target its power cells. No targeting its power cells from down here. Need higher ground. Let's be smart. We have the element of surprise. For now. Let's get some payback. Так, это экстрактор, который выкачивает какой-то эликсиум. Нужно уничтожить все вот эти вот три power cells. Это, видимо, его энергия. Должен добавить, что это уже не первый мой бой здесь. И каждый раз и вот эти вот два идиота, которые бегают со мной, они мне мешали внезапно атаковать противника. Потому что как я поднимаюсь на этаж, вставая напротив противника, чтобы в него выстрелить, приметиться и выстрелить, эти два идиота берут и наступают в то окружение, где, ну, создается шум, и они видят нас, да? Они видят и начинают атаковать нас первыми, вместо того, чтобы я нанес первый урон. Yeah.
просто идиоты, твою мать. Cover this way.
хорошо. I think we're clear. So let's focus on the harvester. Так. Похилить этого чувака. Так, что у нас тут еще есть? Это я полный. Мне бы хилку еще где-нибудь взять. Вот. Было бы хорошо. Cell spotted. That's a thorn safe house. No key. Bet I can make another way in. I see a power cell. Так, этому надо быть близко с шотганом. Так. Так. Теперь со вторым. Надо пойти куда-то сюда. Power cell in sight. Вот. Так. Начнем, наверное, с шотгана. Ему труднее всего будет попасть. Вон, блин, здесь неудобно. Нет. Не отсюда.
отсюда. Черт, что так плохо-то? О. Так, пойдем теперь к другому. Так, пойдем теперь к другому. Так, 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 с пистолетом тоже здесь. Так, теперь будем быстренько переключаться между игроками, чтобы убить вовремя это все. One more to go. Давай быстро. Есть. There it goes. Let's fend off these asshats. Вот, блин, это плохо. Так, куда он идет? А, он столкнул его. Прикольно. Да куда? 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 Это было несерьезно вообще. Управление, конечно, здесь, блин, пипец просто хромает. Творите, блин. О-о-о. Плохо. Да.
Ну. Черт, крутые же. Плохо. Черт. Это сколько их? Ничего себе. Охренеть. А этого убью сейчас. Целая армия, ничего себе. Ах, вы падлы.
Черт. Ладно. Слишком много. Меня окружают. Прикольно было. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Идиота куска.
Да. Просто вообще офигительно. Просто круто. Плохо. Я знал, что ты даун.
Ну, в общем, ребят, это мой конец. Мене кренти. Само собой, один я не выдержу. С одним солдатом. Сколько? И все. Миссия провалена. Ну, в общем, такая вот игра. Пока чуть-чуть сыровато, но я думаю, все будет окей. Ладненько, спасибо за внимание. Надеюсь, было интересно. И всем до скорой встречи. Пока-пока.